Пенка для умывания корейской косметической фирмы Farmstay. Пенка упакована в картонную коробочку. А средства представлены в виде пластиковой тубы. Здесь с улиткой на этикетке. Пенка на основе экстракта улиточной слизи. Здесь 180 мл этого средства. С дозатором туба. Закрыты защитные фольгированные мембраны. Помимо слизи улитки, в составе пенки также жирные кислоты, которые помогают коже восстанавливаться, очищаться. Пенка не только очищает кожу, она также питает ее, освежает и регулирует работу сальных желез. Кожа после этого матируется, становится более свежей и ухоженной. Такую пенку рекомендуется использовать 2 раза в день, утром и вечером. Используем, как обычно, небольшое количество средства, добавляем на руку, вспениваем и после этого на влажное лицо наносим и активно массажными движениями пенку распределяем по лицу, после чего просто смыть пенку водой. Ну и, конечно, после умывания наносите свой обычный уходовый вечерний крем или крем дневной, если это утреннее умывание. Такую пенку вы всегда сможете приобрести на площадке нашего интернет-магазина «Аптека Тай». Будьте красивы!